Всем привет, друзья! Сегодня хочу вам представить обзор модели офицера республиканской армии Франции. Модель в масштабе 1.16 от компании ACM. Модель под номером 16004. Так, первое, что у нас мы видим, красочный бокс-арт, глянцевая обложка. Так, тут у нас на торцах только информация компании. Дальше открываем коробку. Коробка из твердого картона, что очень удобно при заказе Почты России. Так, у нас в коробке что-то типа фотографии просто и инструкция на одном листе и пакет с липниками. Посмотрим. Так, начнем с инструкции. Инструкция выполнена в виде одного листочка формата А4, печать двухсторонняя, полноцветная. Так, цветовая палитра у нас Revel Tamiya. Так, обзор литников. Тут также. Так. Далее непосредственно уже сама собранная модель. Ну, тут деталей не очень много, поэтому не запутайтесь. Тут буквально только указано чисто окраска модели. Ну, детали на литнике, конечно, тоже указаны. Подставка собранная. Вот. Так. Ну и указаны все цвета. Далее у нас пакет. В пакете у нас два литника. Это у нас непосредственно к офицеру. Один литник подставка и сама получается подставка. Это, понимаю, можно выбрать, на чем он будет стоять. То есть они тут разные фактуры. Такая. Тоже очень приятно, кстати, удобно. Интересно сделано. Дальше у нас маленький литник. Это у нас оружие офицера. Так. Покажу. Очень хорошо и качественно все пролито. И один литник с самим офицером. Так, покажу вам, постараюсь поближе. Мундир он хорошо пролит. Все до мельчайших подробностей, очень качественно. Так, руки, пальцы все видны. Тут, кстати, обратите внимание, что дана, получается, рука, то есть один палец, остальные даны отдельно. Тоже интересно, необычно. Так, на этой руке также дана рука с одним, получается, пальцем, остальные даны отдельной деталью. Далее, лицо. Может быть, не очень хорошо видно. Так, поверьте мне на слово, лицо пролито. Очень хорошая детализация, проливка отличная. Так, лицо у нас состоит из нескольких частей, получается, насколько я понимаю, из трех. То есть вот у нас получается еще детали лица. Так, вот. Сам, получается, состоит из четырех деталей, лицо из трех, руки. Ну вот, в принципе, и все, что можно сказать. Проливка у модели достаточно хорошая. Мелкие детали вот тут, получается, пролиты как складки хорошо. Вот, поэтому, кто хочет приобрести данную модель, приобретайте, не задумывайтесь. Модель очень качественная, пластик приятный. Пластик, не, как видите, не хрупкий. Вот, поэтому приобретайте, не задумывайтесь. Модель отличная. Всем спасибо за внимание. Ожидайте следующих обзоров.